В следующем году на территории городского округа Люберцы запланировано строительство автомобильной дороги дублера Егорьевского шоссе. Новая магистраль пройдет через деревню Тарбеево, где находятся частные дома и федеральный исследовательский центр картофеля имени Лорха. Жителей волнует вопрос, помешает ли трасса научным работам на полях. В этом разбирались мои коллеги. Жители частного сектора поселка Коренево обеспокоены последствиями строительства новой региональной дороги дублера Егорьевского шоссе. Ее возведение запланировано на начало 2025 года. Новая трасса пройдет от Люберец через деревню Тарбеево в районе деревни Кошерово городского округа Раменский и соединится с ЦКАД. Люберчан волнует вопрос, будет ли проходить трасса вблизи от жилых домов. Испугались, я скажу вам, потому что купленные участки на свои деньги, построены уже жилые дома, высажены деревья, заботы. И люди давно уже многие старожилы с 95-го года обихаживают эту землю. Они ее облагораживают, созидают на ней. И вдруг расстаться с этим, вот это было неведение страшное. Растерять и лишаться этого. Строительство дороги дублера Егорьевского шоссе не предусматривает снос ни одного жилого строения в балластном карьере и ближайших СНТ. В границах населенного пункта расстояние от края дороги до домов достигает от 50 до 64 метров. У нас проектирование проходило все в соответствии с действующим законодательством, соблюдены все санитарные нормы. У нас проезжая часть от ближайших домов не ближе, чем 50 метров располагается, тем более предусмотрены шумозащитные экраны высотой до 6 метров. Вот. Поэтому ни шума, никаких там газов, как опасаются жители, быть не должно. Второй важный вопрос, который беспокоит жителей, касается строительства новой трассы через исследовательское поле Федерального исследовательского центра картофеля имени Александра Лорха в Тарбеево, на котором разрабатывают новые сорта картофеля, а также технологии для повышения урожайности. Беспокоило первое, чтобы не занимали землю 100 лет институту, чтобы не занимали, можно было пройти опыты здесь. Площадь поля почти 40 гектар. Строительство дороги дублера пересечет только его окраину. После просмотра проектных разработок руководство исследовательского центра выразило уверенность, что новая дорога не повлияет на их работу и не помешает дальнейшим научным испытаниям. Мы находимся сейчас на поле, где проводятся исследования по селекции, по семеновозу, по технологии возделывания картофеля. Это все делается в рамках государственного задания, где мы разрабатываем новые генетические источники по различным признакам, плюс также дополнительно разрабатываем технологии, которые позволяют увеличить урожайность картофеля и повысить устойчивость к заболеваниям. Строительство региональной дороги, которая свяжет Москву и Раменское, будет проходить вот по данному участку. Дорога захватывает около 2,5 или 3 гектар общей площади от основного участка, поэтому больших изменений в проведении исследовательских работ по изучению культуры картофеля не будет. Помимо того, что строительство новой региональной дороги никак не вредит проведению научно-исследовательских работ, площадь, которая будет отдана для возведения дублера, не превысит 3 гектара из 40. А также федеральному центру выплатят денежную компенсацию для покупки новой территории. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, Люберецкое телевидение.